В Якутии количество приемных семей, берущих под опеку пожилых людей, через год должно составить 150. Такую задачу ставят перед собой власти региона. Соответствующий закон в республике был принят в 2013 году, первым среди субъектов Дальнего Востока. И сейчас на попечении приемных семей находится 96 пожилых людей. Им выплачивается в месяц 17 600 рублей. Помимо этого, приемная семья может на нужды стариков использовать до 75% их пенсии. Попечители по закону не должны состоять в близких родственных отношениях. Также не разрешается брать под опеку более двух человек одновременно.